Но на самом деле, конечно, личность, роль личности в истории, она велика. Но все-таки, если следовать тому, что решения основные должен принимать народ, то сейчас как раз редакция, именно эта редакция, она как раз расширяет возможности народовластия. Потому что решения одной личности, та самая мудрая, они все-таки здесь закрепляются еще и решениями, ну, по-настоящему народного органа, Всебелорусского народного собрания. Я считаю, что это, это самое главное. Ну и еще, ну, мне еще близко то, что люди получили возможность, большую возможность защиты своих конституционных прав путем своего личного обращения в Конституционный суд, который сейчас может принимать решения уже и в отношении заявлений конкретных лиц, физических лиц, граждан Республики Беларусь, чего раньше, собственно говоря, не было. И вообще вот ведь именно судебная власть — это одна из ветвей власти, полномочия которой сейчас Конституцией, они значительно укрепляются.